Нет, походу передачу решил сделать Кузьменко. Вот сейчас снова он с шайбой. Пытается что-то придумать из-за ворот. Пас на Барабанов, тот бросает. Еще один бросок. И шайба там где-то все-таки под игроками у Красикова. На последних секундах этого периода СКА имел еще одну прекрасную возможность. Если не забросить, то как минимум завести, затолкать, затащить шайбу в ворота. Но не удалось этого сделать. Давайте смотреть. Кузьменко на Барабанова. Вот бросок здесь. Бодров принимает шайбу на себя. А вот с другой стороны тут же Прохоркин уже готовится забивать. Но там Наумов своей клюшкой. Нет, не Наумов. Наумов не помешал. Это Красиков. Смотрите, успел переместиться. И щиток там положить, и ловушку.